Добрый день! Да, добрый день, уважаемые друзья! Добро пожаловать не на Андромеду! Сегодня у нас замечательная дата 1 апреля, и в честь этого события мы представляем вам это шедевратик. Турнир по бабл-квасу, и сегодня для вас будут его комментировать и представлять этот вечер. Кирилл Накахитев. Начинает агрессию на Б-планете, очень неплохо фейкует. Есть сейчас вариант, кстати, попробовать даже ему уйти, попробовать и пытается тапать, но в итоге сливает. Да, все замечательно, это ведь шедевратик, шедевр. У нас сегодня какой формат, сколько участников? IQRN должен выйти на точку А, там никого в сайте нету, но это до поры до времени, там он может столкнуться с Белаксом. Очень быстро Белакс может выйти на стрейфе и выходит линки со смока, разбирает IQR и защищает апленд. Пока что с горы. Хаешка линки, увы, не попадает. Чуть-чуть старается дальше перестреливаться. Есть даблкил, уже забирает себе в копилочку. Попробует уже агрессию проводить на ласте из агрессив eSports. Тут опять же Дустин. Очень у него плохая ситуация. Тысячная дисциплина. Но, кстати, очень много. Поджима вовремя не было. Было вот всего. Сотки на ножку его даже пытались посадить. Ну, знаете, куда мы лезем, можно сказать. Тем не менее, все равно у нас... Это первый раунд. А я вообще, я маленькое окно вижу, вот такое там, да. Реально, тем мне бы менее, поувеличить, кстати, это все. Что очень радует, Abstraction eSports у нас начинает в пятером, у нас, опять же, замена вроде небольшая была. Сейчас это будет Fast Push A, ну, уже, наверное, не очень-то это похоже на Fast, но тем не менее, это могут холдить под Upland, и тут уже линки как... А, ну нормально, ну для того, чтобы полегче стало, наверное. Ой-ой-ой, тут еще и Na'Vi эти якобы бандлы, как бы давайте, ну все нормально, пошли. Это был экономический у агрессив, сейчас у них есть вариант еще один экономический сделать, чтобы сделать экономику еще лучше и попробовать запас пушить. Большие черные мужики сейчас будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Сколько у нас всего бойцов в раунде? Наоборот, так. О, ну правильно. А в раунде 6. И было 6, получается. Никто пока что не умер. Тут Жека Баунти прессует. Он тут по синовалу проходит. Дальше прессует мистера Джеки вот этого. Ну, рядом с ядом. Тут еще и Пердеус. Очень больно ему тимится. ГФМ с Максимусом. Вы только посмотрите, как же его бьют. Ну, тут Эль Прима. А какой из вам решать? Ну, тут Жека Баунти, да, разбирается. Мистер Джека убили. Максимус очень мало ХП. В итоге его разбили. У Пердеуса 6 гемов, и там еще Жека Баунти против Панджеликса. Окей, перебрасывают друг друга оппонента. Пердеус против ГФМ, и тут Жека Баунти влетает. Ой-ой-ой-ой-ой, ну также все-таки дуэлится. Жека Баунти умирает от Панджеликса. 6 гемов все еще, а ГФМ тут горит еще под ядом. У него вообще один гем, ему очень больно, он сгорает от лад. Тут ядовитый газ, все хуя! Нету икона даблкил, очень хороший 2. Это вообще жесть! Эль Прима, ГФМ, ну хорош, зелененький, заряженный с одним гемом всю игру играл, в итоге всех переиграл и уничтожил. Ну да, раскидка уже идет, хаешка, очень неплохая заходит, но все-таки в... наверхи, но все равно нет. Кстати, свапается авиком хаешка. Он владелец мужиков, получается. Только скинули, забирает электроник флешка, не замечает сотка ноутскоп, попадает по ноге, не убивает. Керамбитик, перестрелка, все-таки дважды попасть прострелом то в ногу с авика, ну это прям... Без проблем. Второй раунд, боец Нита. Нита, все, ожидаем Ниту. Очень приятно знать, что мы с Кириллом являемся одни из самых, наверное, крутых игроков Brawl Stars. У нас суммарно 0 кубков на двоих. Да. И мы как бы вместе с вами тоже познаем эту игру.
Так что давайте будем смотреть этот турнир. Также напоминаю вам, ребят, что все, весь этот турнир не прошел бы без наших спонсоров. Это у нас каждому свое. Прекрасный спонсор, который предоставил нам прекрасные призы. Это кружки, футболки и разные вещи. Вы можете у них заказать. Вы можете сканировать QR-кодик, если захотите. А если не захотите, можете зайти в баннер на Твиче или в пост ВКонтакте. У нас там есть ссылочки. Можете спокойно переходить в Телеграм и заказывать у ребят все, что вы хотите. Вот, спасибо им большое за турнир, а мы тогда продолжаем смотреть, но пока вот ребята что-то думают. Надо пока всех соберут в лобби, пока поставишь вот эти штуки. А, надо результат еще внести, точно, ждут пока результаты внесут. Ну что, как тебе Эль Прима? Да мощный заряженный человечек такой большой. Я удивлен то, что разные скины, и спасибо им за это, потому что в противном случае все было бы просто как в темноте, знаешь, вообще не разобраться. Это очень тяжело было бы различить, а так только по никнеймам. И окей, спасибо ГФМ, то, что он зеленый, и то, что он затащил. Хорош. Да. Ну, Эль Примо, надо, знаешь, вот Эль Примо уже летает, надо было реально заходить в этот ядик, байтись людей, чтобы они подбрались в центре и прям прыгать было на них. Но ребята знали об этом, но они просто почему-то решили там задраться внизу. Ну и все так и получилось. Неплохо. Вкусно. Дальше Нита. Надо загуглить, что делает Нита. Правильно? Да, да. Мы же профессиональные комментаторы, правильно? Да. Обижаешь. Мы самые, что есть на профессиональные, особенно по Brawl Stars. Да, куча кубков. Нита. Давай. Bubble Class. Посмотрим. Так, у меня картинки только. Может, у тебя больше что-то? Нет. Комьюнити кастинг. Вот оно. Мы так долго ждали, но вот оно пришло. Основные атаки. Атака «Древняя сила». Давай. Выпускаемая Нитой волна энергии наносит урон всем попавшим в нее врагам. Нита создает прямую ударную волну средней дальности, которая наносит средний урон и способна проходить сквозь противников. А есть еще и ульта. Медвежуть. Нита призывает дух большого медвежонка, чтобы вместе охотиться на врагов. Точно, это же медведь. Мое а им вроде нельзя управлять, да? Он сам. Самоуправляющийся. Да, нормально, просто. Пострелял. Кстати, господа, если кто-то есть на стриме, подскажите, пожалуйста, как вам звук, картинка, все ли нормально, что ли нужно пофиксить? Я, наверное, камеру еще чуть пониже опущу. Вот так вот. Вот. Ожидаем Ниту. Медвежулька. Это Урса. Бесплатная. Урса. Знаешь, ты играешь на двух героях. И либо это отсылка на Диву из Overwatch'а. Да нет. Но хотя, может быть... Ну, тут больше как саммонер. А Дива, она просто берет и улетает. Запускает свой мех. Опа, отсылка на Евангелион уже пошла. Извиняюсь. Недавно, кстати, Евангелион досмотрел. По мне, ну, то есть я посмотрел оригинальные вот эти 25 серий, где концовка ни о чем. Могу сказать, что очень интеллектуальное аниме. Как говорили великие Синзи, полезай вагонетку. О, все. Гриша, наш главный корреспондент Григорий ГФМ уже передает информацию, что сейчас только что начнется игра в Нитах. А потом, как сейчас вот доиграют у нас, мы посмотрим на турнирную таблицу, потому что после двух раундов уже будет понятно, кто плюс-минус выходит. Вот. А ты вообще удивишься, если посмотришь Берсерк? Я читаю мангу. Я уже ничего не удивлюсь. Там все так хорошо, но концовка это... Да. Когда все... Я думал, что в Евангелионе все очень плохо, да, в конце, но... Берсерк такой, поддержите мое газированное питье желтого цвета. Так, и мы врываемся. Опа. Так, счастье. Давай смотреть. Счастье. Опа, Ниты, опа. Поехали. Так, ну у нас, как всегда, за ГПМчика, потому что я могу его отслеживать. Смотрим других ребят. У нас есть извини, мы ошиблись. Вот один игрок, их было 7 в лобби. Извиняюсь. Кого-то... Бедный. Так, псих бегает сверху на свет, тут зажимают баночку. Баночки надо побороться, видишь, никто не будет рисковать. Лучше сейчас забрать, накопить свой ультимейт.
и немножко баночек забрать, потому что это преимущество в виде дополнительного хп. Все правильно? Правильно. Вот. Так, ну у нас тут до сих пор 7 бойцов, все набирают баночки. Баталия в центре какая-то происходит. Нет, не происходит. Вот, уже выпустили Мишку. Жека баунти. Просто нарезают на него Жека. Нет, Жеку я отпускаю. Жека отпускаю. Ну, маленький пока что этот медвежуть. Его очень легко пробить с этих атак основных от Ниты. У нас Ниты. И у нас только один медвежуть в итоге был у ГФМа. 5 баночек. В итоге он идет в спину к своим врагам, а там его подержат. Максимус плюс псих. Там уже 6 бойцов, потому что Пангеликс упал. Пердедуса появляется медвежуть, благодаря которому он убил своего оппонента. Максимус перестреливается с ГФМом. И тут трамплинчик. Замечательно. Из куста в куст. И еще простреливает и Максимус на префайр. Может, кого-то найдет и в итоге перестреливается вообще с другим человеком. Пока ГФМ с Пердедусом сражается, там у нас 6 бойцов, и все дуэлятся друг против друга. Тут мистер Джек уже похоронил медвежутя. Жека Баунти проходит сквозь ядовитый газ, и тут еще есть медвежуть от психа. И Максимус разбирается с этим медвежутем. Мистер Джек посуетился, в спину зашел, убил психа, и тут встречается Жека Баунти и его медвежутя. Мистер Джек много хп, много возможностей, и призывает он своего медвежутя, со временем он призовет еще, и мало хп в итоге наверху остается у всех, у ГФМа, и ГФМы, кстати, тоже могут зажать, и тимится Пердедус по ощущениям, плюс с Максимусом, но в итоге ГФМ выживает, у него 5 баночек, больше всех. Ой-ой-ой. Пока что ГФМ 300 хп, очень мало, 300 превратилось в 0. И по итогу Максимус его щемит, этот ядовитый газ, мало хп, но вот сейчас он возродился, замечательно. Нужно убивать Жеку, Жека мало хп, и в итоге Пердедос фулл хп, и заряженный Челбас разбирается со всеми своими оппонентами. Поздравляем, на Ните он специгрок. Да, поздравляем его. Сейчас быстренько будет вноситься у нас результат. Интересно, кто уже близок к тому, чтобы попасть в следующий раунд. Как я понимаю, если ты занимаешь топ-3 в группе, то это уже, типа, заход в следующую стадию. А вот последний, который будет вот из четвертых мест выбираться, ему нужно нанять больше количества очков. Интересно, а у нас будут переигровки, если вдруг у нас равное количество очков у ребят будет? Ну ладно, посмотрим. Так, а вот уже баллы пошли, кстати. В нашей, вот в группе номер 2... Там сейчас Экстези 22 балла, Экскалибур 16. Я просто хочу тебе зарофлить. Ты открыл сеточку? Да. Какую? Как тебе в группе 2 последний ник? Можешь его не читать желательно, но... это же Осина. Да, это же Осина. Это же Осина. Это, наверное, этот, мексиканская, да? Да, да. Уэс. Хуэс, да, и другие ники, которые связаны с прекрасной мексиканской культурой. Кто смотрел «Тайну Коко», тот поймет. Буэнос Динос, друзья, мучачес. А какой следующий третий герой? Может, как раз этот Тик? Нет? Сейчас мне... Спраут. Это кактус такой. Карта «Жесткие границы». Модификаторы «Быстрые бойцы». Это нормально то, что да. У меня в брифе это будет самый необычный турнир в вашей жизни. Капслоком. Это чтоб ты знал. Спасибо. Это чтоб ты понимал, к чему ты готовишься. Потому что... двоится мне, пишет Григорий. Ты в курсе? Ой, а где интересно? Как делать? Ну, я сейчас смотрю, и он на самом деле не должен как-то двоиться. Так. Вебка. Может, я воду ниндзя поставил звук? Я выключил. А посмотри. А я выключил. У меня тоже выключен. Я замутил. Ладно. А я сейчас послушаю. Сейчас стрим послушаем. Звук. Я выключил. А посмотри. А я выключил. У меня тоже выключен. Я замутил. Все, должно быть нормально. Не-не-не, все хорошо. Ну и все. Сорян, меня нас пугает. Наш судья. Сидит, играет в Бравл Старс, еще что-то пишет. Какой гений. Гений, не то слово. И организатор, и игрок, судья. Все в одном флаконе. А, вот, уже второй раунд выставили. Так, у нас в группе, значит, 20 очков имеет Пердедус.
У него 20. Потом идет ГФМ, у него 17. Потом идет Жека Баунти и Максимус, у них по 15. Ну, у Психа есть шанс. Если он сейчас 12 зарабатывает, в принципе, на топ-3 можно выйти. Ну, Психа... Лютые. Я, кстати, сейчас побьется. Это, кстати, знаешь, что еще могу сказать? Из-за того, что, в принципе, КМА славит своими турнирами по бабл-квасу, я тут много кого ников вспоминаю, это, кстати, в основном эти капитаны команд играют. Капитаны. Да, то есть анти-эмерджик, пердедус псих. Это псих, это вообще вице-чемпионы турнира Итмокрон Барс. Они денежки свои уже получили за хорошую игру. А вот. Тут есть правило, что нельзя тимиться? Или не, да, нет? Есть правило, нельзя есть. Тимиться. Но я не заметил пока, что был какой-то тим. Ну, я тоже что-то... Он был близок? Вроде... Да, он был близок к тому, чтобы тимиться. Вроде, но... помнишь, били ГФМа в первой. Ну, он в кустах был. Он был в кустах. Его хотели слить очень быстро, чтобы потом перебить друг друга. О! И в этом был смысл. Как мы с тобой жестко залетаем сразу же на следующую игру. Так, у нас тут вот эти роботики. А, это, ну это... Подожди, странно, интересно. Ладно, смотрим мы с вами. Вот. Спрауты. Я думал, что это кактус, но нет, оказывается, что это не так. У меня по звукам вообще какой-то ад происходит сейчас. Пошел. Да. Пошел. Так, ну все, смотрим тогда. Смотри, три ящика находит у нас мистер Джек. Ой, хорошо-то как. Ну, 4 баночки, 6700 хп. Тут ребята закидывают друг друга бомбами. Метатели, да. Без границ. Ой-ой-ой, как же больно. ГФМ в итоге. Ой-ой-ой, ГФМ! А чё ты такой-то? Ну, молодой был, кстати, парень. Жалко то, что его жизнь забрала очень рано. Мистер Джекс 6 баночек накопил, открыл и сейчас развлекается в бабл-квасе. У пердедуса тем временем половина лица нету, но это ненадолго. Он восстановит в кустиках, срубит кустики и найдет смысл жизни. 5700 хп, все замечательно. У Жека Баунти тоже 3. Баунти у Максимуса тоже по 3. И будут играть в свой бабл-квас. Максимуса можно даже зажать. В кустах он не прячется, потому что не имеет смысла. И, кстати, Жека Баунти его прессует. Все вообще его прессуют. Ненавидит Максимус. Ой, по нему прилетает сразу с двух сторон. Очень больно. Половина лица нет. Он восстанавливается в этих кустах. И кусты, кстати, очень мощные. Мне бы такие в жизни пригодились. Явно мистер Джек 7 его баунти. Ой-ой-ой, так мы психа... У психов проблемы, его сразу двое забили, уничтожили, и 6-е место он занял. И в итоге Максимус восстанавливает хп понемногу, мистер Джек. Ой, какая же он машина для убийств. 7 у него гемов, очень больно. Максимус убивает Пангеликса. В итоге пердедус пытается разбить как-то мистер Джека мега большого. Мистер Джек прячется в этих травах магических. Пердедуса сейчас забьют. Пердедус должен умирать еще от Джека Баунти. Но на Джеку Баунти Максимус подходит. У него 4 гема. Пердедус очень мало хп. Нужно его убивать очень быстро. И тимится реально по ощущениям. Хотя пердедус это смерть для него. 9 уже у него есть банок. Замечательный прогресс на лицо. И мистер Джек должен убивать Джека Баунти. Джека Баунти еще под ядовитым ядом. И тут Максимус может разбить вообще сразу двоих. Минус 1, минус 5 хп у мистер Джека. Восстановление не подлежит. Ой-ой-ой-ой. И получается, у нас выиграл Максимус. Да? Да. Да, Максимус выиграл. У него, кстати, очень хорошая заявочка на то, чтобы пойти в следующую стадию. Единственное, у нас есть проблема, то, что есть ГФМ. ГФМ сейчас занял 7 место, у него сейчас только 20 баллов. Сейчас посмотрим, к чему это приведет. Кто у нас пройдет дальше? Так, смотрим. Самое интересное, это то, что у нас в смартфонах происходит. Так, ну вот уже точно есть известный в группе 3. Мы поздравляем, как минимум, Ракета Строй, то, что он проходит дальше. И проходит еще Ростоклен прошел. Вот. Знаешь, по ощущениям, вот и ГФМ сейчас обидится, если он не будет проходить, если ему одного места не будет хватать. Он как воспользуется своими судейскими полномочиями и скажет, что дисквалифицирован тот или иной игрок, и все. Причи оскорбления судей, бан. Да-да-да. Тиминг, бан. А вы тимились? С кем я тимился? Ну вот, с этим челом. Он со мной не тимился, я знаю. Поэтому бан вам обоим. Держите. И первое место забирает ГФМ, потому что участников нету. Забанили. Все, да. Представляешь, себе забанило 20 человек. Вот, блин.
Да, но, опять же, что бывает лучше, чем баны своим противникам, когда ты организатор турнира? Правильно, это наш спонсор. Это наш спонсор, каждому свое. Вот, смотрите, снизу, потому что трансляция сейчас докрутится у нас вот эта бляшечка, и появляется Telegram, можно взять, скопировать, но если вы каким-то образом не можете, сейчас телефон занят, или на телефоне смотрите, вы так выходите, пускай кролите вниз, и первая ссылка... прям на баннер кликайте, и вас приносит телеграм-канал прекрасный, где можно посмотреть на товары ребят. Еще раз им спасибо большое за то, что спонсируют этот же прекраснейший турнир. Мы им отправляем сердечки и продолжаем смотреть. Вот, и у нас сейчас появится группа. И, GFM, к сожалению, занимает 4-е место в турнире. В своей группе, и у него, наверное, вряд ли получат пройти, а тут у нас выходит Максимус, у него 27 баллов из, получается, 36 возможных, у Пердедуса 27, и, походу, пройдет еще Жека Баунти, у него 23 балла. Из обидного Мистер Джек 21, 2 балла не хватило, но у Мистера Джека есть возможность пройти, посмотрим, как у других команд происходит. 27, 26, 21, ну тут у него, кстати, больше, чем у того. А, кстати, у двоих игроков одинаковое количество баллов. Да, я вижу 27 и 27. Нет, ну 27 это нормально. Мы смотрим по 21 во всех группах. Ага. Вот, и сейчас смотрим, какие у нас точно игроки пойдут дальше. Возможно, сейчас будет у нас баталия. Типа, тет, как говорится, 1-1 битва. Нормально. Сейчас быстренько бам-бам-бам. Так, поиграем. А давай мы еще, мы же, как говорится, пиарим. Также хочется еще напомнить всем нашим игрокам то, что у нас, вот, оказывается, скоро турнир Андромеда стартует. Да. Да, представляешь, там, оказывается, есть Dota, CS, Valorant, Hearthstone Battlegrounds. Уже на следующей неделе стартует CSGO. Потом, если вы не понравится в CSGO, можно пройти в Dota. Если понравится в Dota, можно в Valorant, а потом еще в CSBG поиграть. Мое почтение организаторам турнира, спасибо им большое. Как я до этого жил, я не понимаю. Да. Я, кстати, подписался на КМА-каст какой-то, вот расскажи. Вроде как они говорили, что они будут озвучивать хентай с FM, я точно не помню. Все правильно. У нас есть один комментатор, Нека, он очень профессионал в этом деле. Мы точно возьмем на главный каст героинь взрослых японских мультиков, но мы сугубо их не рекламируем. Просто мы зарабатываем деньги как можем. 5000 в час. И это я даже не про озвучку, друг мой. И не про комментирование. Да, это все полностью осуждаю, на всякий случай. Осуждаю, не поддерживаю. Нормально. Вот. Так что да. И, ребят, спасибо всем, кто сейчас сидит на стриме. Вот, очень приятно. Вас 20 человек. Как у вас дела? Расскажите, что вы делаете в чате, что вам интересно узнать. Может быть, как-то вывести вам трансляцию? Не трансляцию, может, вывести вам сеточку как-нибудь, ребят? Что думаете? Мне кажется, это must-have. Надо понимать, кто где прошел. У кого там равное количество... Что делать? Ну, нам пока нет смысла ставить, кстати. Я вам этот, господа, я вам по-другому попрошу. Смотрите, сейчас скину в чат Твича. Там есть, во-первых, ссылка на ВК-паблик. Можно подписаться и там видеть сетку. А во-вторых, у нас можно посмотреть вот тут вот. Если бы Андрей, то турниров бы не было. Это и есть такое. Мне интересно, почему я так плохо играю в ШД. Псих, братик, вот я тебе честно могу сказать, ну чуть-чуть не хватило. Вот последний, тебя там зажали сверху, помнишь? Он стоял вот в таком перешейке мелком. Или слышишь, псих, или ты помнишь, в телепортаторе погиб? Помнишь, он сделал телепорт? Тебя мубот это... На 10 секунд тебя мубот свой замутил. Смешно. Смешно, что я дал доступ на это. Ну, сейчас все нормально. Сейчас мы, господа, при помощи КМА-мейна отправить. Почему-то мне удивительно, что именно у меня вебка так лагает, у тебя, кстати, она нормально идет. Сейчас я перезагружу спокойно. Так, где у нас стрим-менеджер? Вот, сеточку сейчас кинем. 28 человек. Приятно. Растем. Так, send message. Бамс. О!
скинул сетку, все. И как вот СШД братик, обязательно не забываем о том, что зачем делать сетку в турнаментах, в других каких-то вещах, да, если можно в Excel-табличке. Правильно? Реально. Это клево, это стильно, это молодежно. Точно, точно. Ни капельки, не вот эта вот офисная штука, в которой ты просто сидишь, отчетики клепаешь и не разбираешься в том, что написано, но тебе что-то нужно сделать. 100%. Легче. Да. Поэтому, господа, вы не этот, пока вообще не переходите. Так, это нормально. Сейчас, опа. И должно быть сейчас нормально работать. И я понял, почему у меня плохо работала камера, потому что у меня почему-то формат... У тебя там 1920-1080, а у меня 1920-1600. Вау. И камера такая сказала, арибидерч. Так, у нас уже известные игроки, которые проходят в плей-офф. Все 10? Да, кстати. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нужен быть 10. А максимум же 10 в лобби. Так, давай смотрим, кто у нас... у нас три игрока имеют по 21 балл, и мне кажется, что это будут... это будет ШД 3. Типа, будет ШД 3, где будет три игрока. Вот, да, я сейчас узнаю... Да нормально, включай. Посмотрим, что да как. А у нас каждому свое, да, есть. Ты знал об этом? Каждому свое? Каждому свое. Это хорошо, это что кто? Каждому свое. Это спонсор, да? Да, это вот есть ребята хорошие. Говорят, Telegram у них есть, где можно заказать прекрасные вещи, такие как футболки с Brawl Stars, кружками и разными другими вещами. Сейчас пишу гриф. Вот, так что для того, чтобы нас поддержать, можешь просто зайти в Telegram-канал, во-первых, подписаться. Во-первых, сказать, что вы пришли от КМА. Это, наверное, будет вообще идеально. И заказать у них продукцию, рассказать как. А если даже вы еще думаете... надо заказать или нет, это легко проверить. Вы выигрываете этот турнир, занимаете топ-3 и получаете их продукцию, и потом заказываете еще. А? Клево? Клево. Хочу получить большого Эль Прима. На всю кружку, нет, на половину кружки, и я сверху еще ставлю кружку, а там продолжение этого Эль Прима. Понимаешь? Ой-ой-ой. Мне прям стало завидно, кто мне только что сказал. Я хочу акулу из Икеи в виде Эль Прима. Главное, чтобы эта форма была акулы. Просто там был принт Эль Прима, правильно? Алло. Нет, да, все нормально. Нет, это все правда, что ты говоришь. Я заказал бы и тебе, и мне. А знаешь, у кого бы я заказал? У каждого свое. Внизу. Вот, ребят, крутится. На тех же... А, вот они дуэлить будут. Кинлинк на стрим. Вот, сейчас, секундочку... Это больно. Да, сейчас мы добавляем. Ребят, у нас переигровка. Как ни странно. Сейчас мы... дуэль сейчас будет у нас. Сейчас мне надо буквально добавить как-то... А ты не можешь следить вообще в общем и целом картину? Переключаться с игроков на игрока? А то мы могу, отслеживаем. А то мы отслеживаем только одного цепочку. Ну не, мы ходим. Типа же мы... Mm-hmm. Там, да, там можно следить и, в принципе, за камерой, но из-за того, что карты большие, знаешь. Ну да. А скейл там нельзя мышкой вот это покрутить? Да, я кручу, сжалось, если что. Чтобы сжималась карта. Хотелось бы вообще... А, не, видеть. Как в доте. Не, к сожалению. Да. Нет? Это же бабл-квас. Бабл-квас. Да, господа, еще раз, кто сейчас на стриме, подскажите, пожалуйста, с микрофоном, со всем остальным все нормально? Можно что-то улучшить, возможно? Чтобы вам было комфортно. Поменять комментаторов. Комментаторов менять можно просто. Вы заходите сами, вы должны сами научиться комментировать, поэтому просто заходите в КМА-каст. Есть, кстати, заходите в группу ВК, там в виджетах есть, типа, хочу комментировать. Заходите и комментируйте следующие турниры. А, и, кстати, хотелось обсудить еще с нашим сокастером, с главным комментатором Brawl Stars в мире Нека, что он думает вообще по поводу того, что скоро Brawl Stars, к сожалению, в России будет играть только через VPN. А он до сих пор не играется через VPN? Да, это... он пока еще, вот Clash Royale недавно отправился, Clash Royale и Clash of Clans отправились в VPN.
Вот. Это надо быстрее, это просто нужно быстрее закрывать. Быстрее, давай, давай. Go-go. Кстати, все, нельзя быть киберспортсменом, получается, с России по Clash Royale, Clash of Clans. Да, к сожалению. А с Беларуси? Тоже нельзя? По-моему, из Беларуси тоже. Россия и Беларусь закрывают. Жесть. Вот ты представляешь человека, который всю жизнь играет в Bubble Quads, Clash Royale, вот в школе он сидит, выпустился и продолжает играть, у него там сколько, 60, 70, 80 тысяч кубков сидит, и он там киберспортсмен, его просто банят, доступ к игре и да. не может выступать на международной арене. Ты представляешь его чувства? Да. А он говорил бы своей маме: «Мама, мама, я вырасту, стану киберспортсменом». Вот помнишь вот Трусайт Интернешнл, который ты так смотришь? Блин, зачем ты это делаешь? Только я не понимаю. Вот, и то же лучше самое... Лучше в Доту играл, чем... Вот, то же самое в Бравл Старсе. Мама, я стану богатым. Блин, а что-то не происходит. Ну, к сожалению, не все... Кто выиграл International? Всего лишь 50 человек, да? Типа 10 команд выиграло. 10... Да, 10 International'ов было. 11, извини. То есть 55 человек в мире только выигрывали International. Поэтому, извини, если ты не ходишь в их список, то тебе уже, я думаю, нечего терять. Лучше в Brawl Stars это выигрывать. Ну, какие... Ну, 50 это да, но сколько же участвовало на Инте, получается? Сколько да. там проходили на сам Инте? Это уже большое-большое достижение. Вот когда призовые были под, там, 40 миллионов, последние места получали 600 тысяч. Ну, да. Просто уже прошел на Инт и получаешь. Ну, там призовые становятся меньше. Сейчас у нас пройдет ESL или... Ну, что-то в Рияде опять пройдет. Там космические бабки. Не нужно проходить вот эти нудные DPC сезоны. Ты просто берешь и тебя приглашают. И ты лутаешь за последнее место 800 тысяч. Ну, реально, долларов. Поиграл с лучшими командами, вылетел, вот тебе... Ну, там, обидно, что не только ты играл. В принципе, надо еще 5 соточек отдать, там, да, 5 соток отдать своим сокомандникам. Но это дело такое, знаешь, можно и нормально. Я думаю, 100 тысяч бачей нормально тебе чисто в карманчик. Да ты можешь просто им-то не играть. Смысл тебе проходить через вот этот весь бред DPC очков. Ты целый год стал стараться выигрывать DPC-шки, DPC поинты сохранять. Тебя просто приглашают напрямую. Вот, ряд, и все. И вот у меня есть, мне только что в наушники прислали информацию про то, что играется у нас формат дуэли вместо Мистер Джек. Сейчас против второго игрока мы узнаем кого. Вот, они сейчас будут играть. И у нас формат это 1-1, и играем и бойцы. Первый у нас Эль Прима, потом Нита, а потом Спраут. А, это тоже повторение. Все, это повторение. Смотри, как в прошлый раз. У тебя есть вроде. Попросить принять или что там, захват кристалл. Вот, нет, вот он, да-да-да. Не-не, вот когда появится глазик, мы с тобой запустим игру. Угу, окей. Приятно. Супер! Самое время это... поддержать друг друга за руки, потому что это ШД-братик. Какой у нас по счету турнир по Бабл-Квасу? Кстати, рекорд. Блин, почему ты всегда задаешь очень грамотные вопросы? Вообще, Brawl Stars — это первая дисциплина по турнирам у нас в КМА. Ты не поверишь, но это аж целых... Это, по-моему, девятый турнир по Brawl Stars. Вот. Разыграли мы более 50 тысяч на дисциплину, поэтому... будет, ну, как бы, вообще интересно, почему именно Brawl Stars наша стал визитной карточкой. Я удивлен, что не стендофф, ты просто, помнишь, ты всех забанил на стендоффе, там три команды играли, а, там Кирилл Пасечник просто сел и такой: ну, ребята, сегодня у нас будет финал. Та команда, которая в полном составе запустится, та и победила. А в итоге, а самое смешное, что в итоге никто не запустился. Ой, бред полнейший. Как проводили стендофф, это, конечно, шок. Но сейчас у нас этот Brawl Stars. Ну, видишь, как тут и людей больше. Тет-а-тет. Да, у нас... Да-да-да, тет-а-тет, дуэль. Вот это сейчас штуку мы ждем. А там задержка какая-то, вероятно, есть? Не-не. Что? Задержка, просто, да, 10 секунд достаточно. Вот в дуэли это не принципиально. У нас, кстати, на стриме нет задержки.
и в развитии тоже, так что вы не волнуйтесь, у нас все хорошо, мы с Нека профессионалы своего дела. Вау, говори за себя. Да, но опять же, что может быть лучше, чем умственное развитие хорошее, это же, конечно, наш спонсор. Каждому свое. Большое спасибо им, опять же, за спонсорство. Ребята, можно сейчас... подо мной был QR-кодик, можно его с телефон сканировать, зайти в телеграмчик, посмотреть, подписаться, написать, что вы пришли от КМА и заказать какую-то продукцию. Вот. И либо у нас в баннере также есть ссылка, сразу кликайте на него и перейдете в этот прекраснейший телеграм-бот. Еще раз спасибо каждому свое за спонсорство. Вот. Отрабатываем. Отрабатываем им партнерство. И вот, кстати, вот справа от меня, под игрой, к сожалению, не видит у нас это Нека, но он должен это увидеть, что лучшим игроком данной встречи уже признан магазин «Каждому свое». Очень хорошо. Засаппортил он целый турнир. Это прекрасный телеграм. Неплохо. Я чувствую это, чувствую. Чувствуешь? Да. Это близость с людьми. С кружками. С кружками близость. Эль Прима по двум кружкам. Обязательно нужно. А там можно кастомную кружку сделать? Я хочу кастомную кружку. Да, можно кастомную кружку. Это все очень хорошо, ведь мы с тобой сразу же уже не происходит время, как мы с тобой заходим на дуэль между старым и мистером Джеком из... Го. Опа, пошли. Старый против мистера Джека. У нас первый бой прошел Эль Примами. А, у нас получается Эль Прима... Там Нита. Нита и Спраут, наверное, да? Да, Спраут. Все по классике. Просто вот так вот. Просто. Я вообще в шоке невероятном, как они друг друга батят на подставу. Они ждут, пока этот газ все-таки сойдется на них клином. И чуть-чуть старому больновато. Он хилится до конца. В итоге есть мистер Джек, который расположился в центре. Он может зонить старого. Замечательно. А кто будет прыгать? Наверное, никто не будет прыгать, потому что это нет. Ой, старый! Хорошо, мистер Джек тут же ворвался в этот эпицентр и вырвал победу. Хорош, братик, хорош. И что, получается, Эль Прима у него умер, а у мистер Джека остался Эль Прима. Ты понимаешь? Вот так вот это работает все. Ну, профессиональное комментирование, как-никак. Да, то есть это такой дуэль, это когда, да, ты типа, когда теряешь персонажа, начинается заново на твоих следующих персонажей. Ставится Мишка хороший, ой, как же больно мистер Джеку. Но я тебе могу сказать, что сразу, что Нита банально, у нее преимущество в том, что она дальник. Ну да, очень тяжело без ультимейта мистеру Джеку, и вот-вот его могут не только отзонить, но он может потерять вообще все, что он накопил. Ну хотя он вот так вот подходит дальше к старой, есть Мишка сразу играется, есть мистер Джек, 200 хп осталось, и старый великолепно, хорошо сделал. Борох в проховницах, все еще знают. Да. Теперь Нита против Нита. Что появилось раньше, курица или яйцо, сейчас мы узнаем. По сути дела, старый, он сейчас не играет в эпицентре, не знаю, он прячется по кустикам, мистер Джек пытается его найти, он чуть-чуть продамажил его, окей. Мишку. И появляется Мишка у старого, идет сразу в мистера Джека, мистер Джек прекрасно справляется с этим недоразумением. И у мистера Джека сейчас появится Мишка. Он готов будет использовать его по назначению. Мишка сразу идет в старого. Старый еще лоу хп ловит. Очень мало хп, кстати говоря. И он просто падает. Он каждую пулю ловил своим лицом. И это не было благоразумно, как мне кажется. Вот, и теперь у нас тоже разный тип. До этого у нас был ближник, сейчас дальник, а теперь бомбер. Ну, который закидывает, у него есть далеко летающие вот гранаты. И вот сейчас нужно... Мистер Джек тоже опять не в очень приятной позиции, потому что, чтобы подойти Нити и накопить ультимейт, нужно прям почти впритык подходить. Так что смотрим. Старый хорошо заваливает. Ой, как хорошо пошел контент. Наваливает 3 подряд. Пока не промахивается, надо сейчас хорошо закидывать. Пошел регенчик. Мистер Джек, все хорошо. Очень раскидывает. Вау, заевейдил тычку Джек. Ну его опять его ловит, стреляет. Вот сейчас будет Мишка. Сейчас будет Мишка, и у старого будут огромные проблемы. Ой-ой-ой. А нет, ультимейта нет еще у мистера Джека. Да, и мистер Джек это просто... Это сильно. Это очень сильно. Ну хорош. Просто взял, забрал...
фри-дуэль, получается. Ну, конечно, не без потери. Ну, было близко, по ощущениям, было близко. Да. Ну, зарешала Нита в итоге, разрубила вражескую Ниту и Спраут соответственно. Поздравляю мистера Джека, он проходит дальше в плей-офф раунд. Да. Вот, и мы тогда его поздравляем, будет он, выходит он в топ-10 игроков, и сейчас у нас будет 5 раундов. Я думаю, что Кирюхе будет очень приятно зачитать каждый раунд, который будет, какой персонаж, и мы вместе погуглим с ним, что они делают. Реально, кстати говоря, что у нас вообще по персонажам? У нас 5 раундов, и в течение 5 раундов, соответственно, 5 персонажей, а именно. В первом раунде плей-офф у нас столкнутся Мортисы. Карта «Двойная проблема», модификаторы, зарядка супера. Это у нас первый раунд. Ну, второй раунд мы поймем, мне кажется. Там Пока будет. Карта «Все или ничего», модификаторы «Метеоритный дождь». Третий раунд «Боец Карл». Карта «Тысяча озер», модификаторы «Злой робот». Четвертый раунд «Боец Тик». Карта «Озеро мертвецов», модификаторов нет. Пятый раунд «Боец Фрэнк». Карта «Опаленный камень», модификаторы «Метеоритный дождь». Такие дела. Да, самое главное разобраться, кто такой Морсис и с чем его едят, но по ощущениям я смотрел меду персонажей на Bubble Class, и я что-то допонимаю, представляешь? Я знаю, что Фрэнк, Мортис... Не самые лучшие персонажи где-то, ну, в обычном ШД, в обычном противостоянии, их не рейтят даже в командном. Ну, потому что есть персонажи получше, например, Леон! Легендарный Леон! Жалко, что тут Леона нету, было бы замечательно. Ну, это вот персонажи, которые, в принципе, у всех есть, да, как бы выбираются под этот формат. Но вообще, я слышал про Мортиса. Знаю, кто такой. Я вообще, как бы все понимают, как персонаж выглядит. Мортис тот с лопатой, который ходит. Фрэнк — это такой Франкенштейн большой с кувалдой. Тик — это бомба, такая бомба, которая бомбы кидает, как ни странно. А Ультивейт — он голову запускает. Карл — это чел на вагонетке такой ездящий. А Пока, я не помню, кто это. Кто такой Пока? Картиночку смотрю. Слушай, а давай почитаем чат. Тут же... У нас много людей, которые задают много вопросов. А, Пока — это чел вот этот, который испанец, как говорится. Все, собирается лобби. Давай, тогда, Кирюх, если будут какие-то вопросы в лобби, мы сразу на них ответим. Тут у нас, мне кажется, куча вопросов в чате. Ты посмотри. Обожаю Неко. Мы тоже вас любим. Спасибо, братик, люблю, обнял, Бравл Стар в сердечке. Теперь буду жить, питаться только пулями от Шелли и кушать воронов. Это да. Класс. Ну что, ну, да погнали. А что, мы играем вообще в плей-офф Бравл Старс или не играем? У нас пауза, да, миллион лет. Да, собирается лобби. Давай смотреть этот... трансляцию. Это чат. Чат? А, ты хочешь так, через меня, все, без роли. Да, я хочу через тебя смотреть. А на часах 00? На часах 00. А, кстати, о, это тысяч. Обожаю Неко, на часах 00, буду смотреть стрим дальше, спасибо, спасибо. Не забудьте также, что можно зафоловиться в Twitch, чтобы нас поддержать. Осталось совсем немножко до 350 подписчиков, фолловеров, и также не забывайте подписываться на наши другие социальные сети. Осталось там 2 человека до сотки, и мы побьем рекорд. По-моему, у нас было 103. Кстати, не поверишь, за тобой рекорд по стрим, по онлайну. У нас один раз было 103 зрителя, когда ты комментировал, помнишь, Лига КМА по Доте? Да, это я помню. Кстати говоря, я хотел уточнить, есть локальные рофлы у каждой игры? Например, у Доты это то, что там играют не совсем с правильной ориентацией люди, Dead Inside, плюс 2 папы, 0 мам. А в Бравл Старсе такая же штука? Нет, в Бравл Старс просто все детишки. Все просто. Все детишки? Да. Ну, а там... Может быть, неполноценная семья, что такие локальные рофлы есть? Ну, тебе много кто расскажет. У нас тут есть ребята, вот Рита Потам, она знает по МГМУ.
Они могут тебе подсказать про мемы локально. Я, в принципе, не очень сильно в них силен, но я знаю только про легендарный Леон, а у меня во дворе в Brawl Stars играют все. Вот это что лично я знаю. Это да. Так, мне сейчас приходит, возьмите на стрим. А, кстати, я думаю, что мы можем сейчас прям быстро, нереально добавить, если хочешь, к нам ГФМа. ГФМ. Да. Да. Вот. Давай. Не хватало вот этого игрока, Всё, который сейчас отлетел его... у нас в группе. Да, сейчас мы буквально тогда на маленькую техническую паузу. А, и сейчас мы комментируем один матч и вернемся. Добавим уже Гришу, потому что, как ни странно, первый раунд уже начинается. Первый раунд у нас Мортисы. Мортисы. Поехали. Смотри, Мортисы. 10 игроков еще живы. Вот, смотри, вот так можно переключаться. Тут пока ничего. Ребята ищут у нас сундучки. Ищут клад с лопатами. Да. В принципе, нормальная такая. Ой, прыжочки, так идет баталия. И вот у нас просто клен проигрывает свою баталию. Закопал. Да. Реально, закопал. Идет драка за эти банки. У мистера Джека вообще 5 банок. Невероятно. Там еще и бьют Ферриса. О, чезит за ним до конца. Экстази. Но все-таки не дойдет до конца за ним. В итоге Пердедус сбатит на себя. Пытается кого-то сориентировать, возможно. Мистер Джек забирает 6-ю банку. Хотя нет, это не 6-я, это 3-я для Экстази. Экстази очень мало хп у него. Лисенок великолепно разобрал своего оппонента на запчасти. И идет дальше по кустикам, по сену. В итоге Жека Баунти и Экскалибр, они стоят в этом обесе великолепно. Максимус убивается об Экскалибра. Великолепная игра с одним... Крутой сет, одним... да? Сет крутой. Хорошо. У Экскалибра. Это вообще рыцарь нереальный. Класс. Посмотри на него. Ракета-строй, ну, пытается на себя разбатить кого-то, хотя бы, ну, поиграть в Бравл Старс. В итоге у него это получается. Ракета-строй убивает своего противника Жека Баунти, мало хп, и Экскалибр просто пользуется этим, зажимает его, но в итоге ракета-строй уходит за спину и уходит в лапы мистера Джека. В итоге тут есть еще Пердетус, который может встать, и мистер Джек забирает сразу двоих. Хорошо, у него 9 банок, лисенок с 3, и падает он, закономерно проигрывая ШД. Пу-пу-пу. Мистер Ник, мистер Джек очень хорошо сейчас сыграл. Прям очень хорошо у него получилось. Кстати, женщина Мортис какая-то была странная. Но ничего. Очень клево сейчас показал он скилл. Мортисов были просто профессиональные прыжки. Мне очень нравится, как они крутятся, да, типа, когда бьют, они, типа, все вперед и вперед прыгают. Классный, классный персонаж. Вот. И тогда, вот теперь у нас есть время для того, чтобы добавить ГФМчика. Мы тогда уходим сейчас быстренько паузу и вернемся уже втроем. Господа, так получилось, что мы возвращаемся с вами не вдвоем с прекрасным Кириллом Нека, а также еще с игроком, который, к сожалению, в плей-оффе проиграл в своей группе, занял 4-е там место, это у нас... 5-е место, это у нас ГФМ. ГФМ, здравствуй. Да, всем приветствую, всех приветствую. Ну, короче, так получилось, что я отлетел. Первое место я забрал в первом раунде, а потом просто топ-5 и топ-7. Отлетел на Лину, меня просто там в центре зажали, но вы, наверное, видели на стриме. Да, мы видели. В общем, я на банке позарился и отхватил от мистера Джека, по-моему, там... Да, и... кстати, вот сейчас он очень хорошо показал себя. Сейчас он в дуэльке один на один вышел с молодым человеком, со старым. И, соответственно, удалось ему его победить. И интересно было противостояние на Мортисах. Я, конечно, хотел на него залететь, но у меня не получилось, потому что это мой любимый персонаж. Вот смотри, что в твоей голове? Ты зарегался, тебе сколько лет? И чтобы понимать аудиторию Бравл Старса. Я учусь в институте. Мне 5 лет. Вот 5 лет идеально, да. В институте на втором курсе.
Вот. Замечательно. И, в принципе, половина из этих игроков такие существуют. Ну, кто там из колледжа, кто-то из школы, кто-то из детского сада. Насколько я знаю, Лисенок вот точно там студент. А может быть и дед. Мистер Джек тоже из университета. Экскалибур из университета. Ну да. В целом аудитория здесь более взрослая, чем, например, в стендофе. Реально? А мы вспоминали. А мы сегодня вспоминали стендоф. Было очень даже симпатично. О, подбор противников идет. И мы с вами, парни, вот буквально уже прямо сейчас врываемся в следующую, во второй раунд. У нас там... Что за персонаж? Поко. Поко. Музыка. Это очень интересный персонаж, потому что сейчас будет просто бешеный отхил. Они друг друга будут бить и бешено хилить все время. Я не знаю, мне очень интересно посмотреть на это противостояние. Уже мы видим, как на центр заходит у нас Пердедус и, кстати, противостоянием двух Поко. Каждый ну, старается сильно. Они просто, они друг напротив друга просто сидят и трогают себя за великолепные струнки вегетативные. Это вообще что? А у них ультимейт какой, напомни? У них отхил просто себя, по сути. И дамажит чуть-чуть противника. Ой-ой-ой, экстази слишком много дэмэджа получает. Его сейчас было бы зажать 7 баночек, получить было бы совсем приятно. Пока никто не погибает, но Пердеду сделает свой килл. Сейчас будем кого-то посмотреть. Очень сильно. Там 7 у него банок. Вы просто посмотрите, его забить как нифиг делать. Просто заберите у него все банки и станете топ-1 на карте. Да и банки это как тряпочка для ВК. 7 банок и все, тебя вся карта будет фокусить. Но все-таки оказывается Лисенок у нас в центре фокуса и крутится, пытается там как-нибудь мацануть, но нет, не получается нафармить ультимейт. Слезочка пускает ракетострой, зажимает его ближе к краю зоны. И что же будет дальше? Он передел, вот этот метеорит, он много вообще дамажит, этот метеорит? Я не видел, чтобы дамажит, под него попадались. Дамажит 1400, 1200, там что-то около того. Ой, Максимус! Ну, Максимуса можно сразу зажать, выбить его из колеи. У него две банки, разбили Лисенка, замечательно. В итоге еще и ракетострой будет играть против Экскалибра. Там еще и рост клен, у него тоже мало хп, его вот сразу двое контролируют. И выходит он из этой нелепой ситуации. У мистера Джека вообще очень мало хп, его сразу с двух сторон разбили. ЖК Баунти забирает в итоге этот килл. Экстези 7, у него банок до сих пор находится. Максимуса пытается законтролить, Максимусу падает очень быстро. Тут еще бьют этого ракетостроя. Ракетострой умирает от ядовитого газа, но еще и противников, которые его просто разбили. Ростоклен падает от Экскалибра. В итоге Экстази 8, у него банок. Великолепный большой гитарист пытается навязать всем свою музыку, и в итоге у него это даже получается. Он против троих, вчетвером все остались. В итоге Жека Баунти может умереть одним из первых. В принципе, так и получается. У Пердедуса половины хп нету, тут негде спрятаться. Ядовитый газ, все ближе и ближе. Экстази, мало хп, в итоге 8 банок убили, Экскалибр идет в атаку с Пердедусом, они друг об дружку нюхаются, и Пердедус стал АПК. ГПК от мира Бравл Старса, дорогие друзья. Да. Ох, какой же плод сейчас происходит, какие-то бешеные отхилы происходят, туда-сюда, банки у кого больше, тот и проигрывает быстрее. Не удалось с 7 банками, кстати, все-таки вырвать какое-то преимущество, зажали его вдвоем, поняли, что лучше зажать 7-баночного, и все будет хорошо в жизни. Да, и при этом там сдался в конце. Да, просто встал, понимает, что у него шансов никаких нет, у него все банки у противника. Там чуть-чуть до ультимейта не хватило. Надо до конца сражаться в таких ситуациях. До ультимейта докрутился бы и отхилился. Но не повезло, не повезло. Сильно-сильно. Так, нам говорят читать чат в таких ситуациях, потому что там читают пишут точнее много очень интересного. Да, сейчас, да. Секундочку, перезагружу-ка я. Ну, эта катка потрогала меня за струны моей души, если вы понимаете, о чем я. Скажи, что клево было. Ну да. Было мощно, был какой-то хаос. Ну, я вспоминаю вот эту песню «Поко-ля-ля-поко», да-да-да-да-да, вот этот мальчик, который на гитарке играет, да, ты знаешь, из «Поко-локо». Да-да-да. «Поко-локо», да, называется. «Поко-локо», это... Все, вот мы можем чат смотреть, сейчас у меня откроется. Когда КС выйдет? Ребят, КС все просто, можно зайти по баннер снизу, Андромеду, кликайте, и там вся будет информация. 107, мы официально побили рекорд наш. Прости, Кирюх. А хотя, что прости, с тобой же тоже, прошлый был рекорд. Нормально. Да, в прошлый раз была Dota, матч Dead Bulls против Miyagi Enjoyers, 103 человека смотрели в пике, сейчас у нас 107, это очень нормально. Господа, не забывайте, что можно, во-первых, подписаться, зафоловиться,
можно просто передать всем привет в чате. Мы его зачитаем, ваши приветы. Родителям, бабушке, дедушке, кто заботится о вас, вы можете позаботиться о них. Мы можем позаботиться о них, да? Мы ведь турнирный оператор, мы можем провести для них соревнования, чисто дедушка против бабушки. Кстати, представь этот турнир Brawl Stars 60+. Ну, если, конечно, у вас есть отцы, мамы. Это все будет в онлайне. Ой, да. В офлайне. Все на лайне происходит. И ваши деды, отцы будут играть прямо на сцене. Слышишь, Гришан? Но это актуально, если вы не играете в доту. Это будет актуально. Знаете, что я хотел спросить? Вот, Гриш, что ты думаешь по поводу того, что вот, например, вот что сделать, когда вот будут турниры лановские, да, по Бравлу? Что нужно делать? Нужно специально перенастраивать роутер, чтобы все играть начинали, или нет? Чтобы, то есть... для VPN, ты имеешь? Да. Да, думаю, что нужно делать что-то с роутером и придумывать в этом ключе. Хотя, мне кажется, могут и игроки сами подключаться как-нибудь. Да. О, у нас начинается уже противостояние. Противостояние идет на Карла. Карла уже месяц за баночки. Баночки — это стимул к победе. Но чем больше банок наберешь, тем больше вероятность, что тебя будет фокусить в самом конце. Баночки. Баночки. Ну, у Карла такие банки, что ему вообще... С ним тягаться невозможно. Он кидает свою кирочку, и идет робот злой прямо на кого-то. 3-4 хп, и кому-то не поздоровится явно. Все убегают от него, но спастись от него не так уж легко. Бигмами просто идет, ты посмотри на него. А, кстати, сколько урона? Давай по максимуму. 600. Опа, раз, двоечка, пошла. Ну, не так уж много, можно, кстати... Уже много, да, по одной тычке минус 1000. У Максимуса будет все развлекалка, падает Ферос наверху. Угу. Ну, допустим, ну как будто его и не было, знаешь, 10 место занял, все, идет отдыхать, пить свою баночку. В итоге ЖК Баунти играет на максимум своих возможностей, Максимус заходит в экстазе, а там его еще и робот до конца бьет, в итоге фокус переходит на экстазе. Экстазе мало у него возможности здесь, выжить, хотя убивает тут Максимус, и экстазе половины хп нету, как у мистера Джека, 3 у него Баунти он забрал, вот эти 3 банки, замечательно уже отхилился, но все-таки робот за ним идет до конца. ЖК Баунти 6600, и в итоге может столкнуться с экстазием в любой момент. Экстазия выходит на мистера Джека, половину хп он теряет, в итоге может отхилиться и продолжить дальше играть Bubble Quass. Что делать? Ракета строй встречается с Лисенком, который до конца там просто жил до конца. Река, ракета вместе с Джекой, они падают, и в итоге экстазия переходит на сторону Рестокшена. Мистер Джек на себя принимает удары от этой мехи, и что там, сколько будет баночек? Ой, достаточно количество. Баночка вылетает к нему, Лисенок подлетает, мистер Джек пытается как-нибудь нивелировать данную ситуацию, к нему залетает минус 5 банок, и все, остается Экскалибр на центре противостояния между четырьмя каплами, зажимает Экскалибр на этом медле, и кажется, шанса выше нет, вылетает он на Пердедоса, Пердедос забирает, отличный ультимейт, забирает Пердедоса, расточлет Пердедоса, кто же выиграет? Опа. Ой, это очень больно, Растоклет Пердедоса! Ой, мама! Не, ну сильно, кстати говоря. Пердедус очень прям хорошо сыграл. Я даже удивился. А видели, что бот появился в самый конец? Да, да. То есть он и второй бы мог. И робота экстази убегал всю игру. Он такой говорит, да ну нафиг, и сваливает от него. А он каждый раз за ним шел просто, и все. Все от этого робота просто убегали. Сейчас, кстати, у нас будет противостояние тиков. У нас есть в комьюнити наша любимая Катя, которая любит тиков. Это боец в честь нее. Специально для нее. Неплохо. Будем смотреть. Катя, это та девушка, которая делает нам великолепные шорты? Да. Да, а также она очень похожа на близняшку из Atomic Heart. Она похожа на Моргенштерна. У нее такое же квадратное. Разве нет? Мне так показалось. Нет, это другое. Это Рита. Рите тоже привет передаем. Да. Грех, как говорится, грех все это путать. Все понятно с тобой. Столько женщин, ну, ты понимаешь, популярность. Это верно. Заходите, посмотрите, будьте в курсе событий в паблик ВК. Ну, каждая из наших женщин уникальна. И вообще не стоит их путать. С 1 апреля обманул Андрея. Смешно. Это получается скороговорка новая. Не обманывайте меня, а то всех забаню. У меня есть доступ к твичу канала КМА. Я могу отправлять баны.
Хорош, будь как Кирилл Пасечник, просто всех бань. А можно копипасту про то, что я твой единственный зритель, сейчас я скопирую эту пасту, тебе докажу, что это я с большого количества разных аккаунтов. Так, четвертый у нас сейчас третий, да, раунд будет? Или четвертый? Третий. Кто у нас там следующий герой? Следующий Тик. Тик, все, ждем, значит, Тика. Тик-так. Тик-так. Кстати, достаточно быстро мы идем. Я думал, что лобби немного подольше будет собираться, но в целом за полтора часа мы, наверное, уложимся и выйдем победителем в данном соревновании. Полетели. Ребят, сейчас будет просто нереальная бомбежка от Тика. Именно на турнире это шедевратик. Смотрим, Тики. Ну, часы пошли. Начинают они тикать, и в итоге Excalibur получает первый урон. В итоге против фантомов играет. Ферос пытается забрать туда банок по максимуму. В итоге заходит Ростоклен и забирает сразу три банки в себя. И главное тут не присесть на эту самую. И Ферос в итоге нашел в себе оптимальную тактику. Он будет играть по краешку с этих ядовитых газов, вместе с ними он будет двигаться. Ракетострой, Максимус и Экстази, очень большая карта по ощущениям, и мобильность тут наше все. Да, тут из того, что... тяжело. Да, тут очень сложно все как-то при... Надо, мне кажется, прятаться в кустах и ждать сужения ситуации, чтобы снаряд, который летал сверху, наносил максимальный дэмэдж. Ну, а пока... здесь достаточно тяжело вообще куда-то спрятаться, в конце будут просто адские бомбежки со стороны всех оппонентов данной карточки. Осуждаем бомбежки. И, кстати говоря, Excalibur, у него вообще два гема по сравнению с человеком, который уже имеет 6 баночек где-то с левой. Честно, не помню, это то ли мистер Джек или кто это еще. В итоге Пероса разбирают. А нет, это ракетострой, 6 банок у него имеется. И в итоге Максимус, у него есть все дома, есть все шансы выжить. Но тут ракетострой его буквально ваншотит по ощущениям. Экскалибра также можно разбить на запчасти. Экскалибр 1000 хп, у него остается. Он в итоге хилится до конца, пытается не принимать свою смерть, но Экскалибур падает на 6-е место. Экстази его тоже можно разбить, ядовитый газ очень близко к нему находится. Тут еще и мистер Джека можно забить. Мистер Джек выходит один на один, в итоге сам падает в этой дуэли. И столкновение один в один. 8 банок у Ростоклена, и его не так уж и просто разбить. Правда, половину хп он теряет, как и Пердедус. Пердедус, 500 хп у него в итоге остается. Пердедус, как же ему больно, выходит он на сражение. Один на один и разбивается в пух и прах. Присел он на эту самую баночку. Ну что тут сказать, 1 апреля у нас такое мощное. И тики-таки время подошло к концу. И 5-й раунд совсем скоро стартует. Вот по ощущениям, что это было? Это была какая-то адская заруба, и вообще непонятно, что происходит на карте. И какие-то бомбы летают, какие-то головы тут туда-сюда ходят. Кто-то покупает два гема. Два гема ни в коем случае не надо покупать, потому что, ну зачем вам два гема, вы же дотеры, уходите отсюда. Поэтому данную карточку все-таки смог забрать у нас Ростоклен. Отличная игра от него. Просто разобрал, на изи всех посадил. А по-моему уже прошлые два человека тоже был Ростоклен и Дед. Ой, не Дед, а этот Пердедус. По-моему, нет? Да, Пердедус сейчас и Ракетострой идут в лидерах, насколько я вижу. Нет. Таблицы. Вот. А, да, ну, кстати, нет, смотри. Пердедус на 39 очков в данный момент, у Ракетострой 27. Подожди, а сейчас у нас сразу... У Ростоклена 27. А можно вот вопрос? А у нас уже раз четвертый раунд закончился? Да, уже четвертый раунд. Понимаешь, как все быстро идет? Потому что мы даже не успеваем проанализировать, что происходит на карде. То есть сейчас остался Фрэнк? Только Фрэнк остался. Сейчас будет на часах 0-0. Получается. Это... у нас был тик, и сейчас понял, да, на часах. Чтобы понять локальность мема, ребята, в ТикТок заходим, подписываемся, смотрим мемы про Brawl Stars. Там все будет сразу понятно, что на часах 0-0. Yes. У нас есть уже кто очень сильно вырывается? Пердедус. Да. Очень сильно, просто 39 очков по сравнению с следующим его оппонентом, Excalibur, которого 31 очко. Я думаю, что у Пердедуса хороший шанс на топ-1. Если сейчас он как-нибудь не подруинит, как я себе в 2-3 игре, то он выйдет сразу. Ну, ему будет, конечно, неприятно, но его уже не догоняет четвертое место. А, то есть третье место его не догоняет, 26 баллов, которые... Не, четвертое место его не догоняет уже. Вот если прямо сейчас проиграть... А, подожди, у него 39, ё-моё, ну это все получается.
То есть минимум в топ-3 он уже залетел. В минимум в топ-2 он уже залетел, 100%. Топ-2. Да. Ему единственная есть надежда лишь только у Экскалибера, чтобы занять первое место. Это если сейчас он 0 очков сразу покупает. Надо Пердедуса убивать. Да. Надо Пердедуса быстро находить и убивать, и тогда вот у Экскалибер может занять первое место. Опять же, я прочитаю призы, господа. Вдруг вы не помните все, что получают у нас ребята. От нашего прекраснейшего спонсора это... Да-да-да, снизу. Я вот так уйду, чтобы Ник показал, чтобы Кирюха показал. Да, это каждому свое. Все, он показал. Полетели? Все, и мы врываемся. Все. Каждому свое, наш прекрасный спонсор. Спасибо тебе большое, что нас что поддерживает наш турнир. И мы смотрим пятую решающую карту. На фрэнках ребята играют. Но я думаю, нам с вами интересно будет смотреть, вы знаете, за кем. Где у нас Пердедус, ребята? Да, вот они. Пердедусом на центре, который уже залутал 4 банки, 13 тысяч хп, он идет на часах 0-0. Ой-ой-ой, Пердедус, у него, кстати, очень много банок на такой-то секунде, экстази можно сразу забить, но в итоге он не подставляется между двух огней, и с этим молотом у него, это, кстати, елочка новогодняя, Новый год прошел, а снег остался, 1 апреля все-таки, у меня, кстати, снег до сих пор лежит, не знаю, как у вас, напишите в комментариях в чате. Экстази в итоге против двоих все так же может и поработать, правда, никто его не хочет идти помимо Пердедуса, у которого до сих пор 4 банки, и он не хочет становиться объектом для того, чтобы убивать его как можно быстрее. Кстати, 10 бойцов, а ядовитый газ уже смещается, и уже нужно убивать, и, скорее всего, смерти пойдут невероятно быстро. Тут еще и метеориты падают. Невероятно будет больно всем и вся, но пока что метеориты не падают в самих игроков. И, возможно, все еще будет. В итоге мистер Джека можно разобрать. Это, возможно, первая смерть. Минус половина хп, но в итоге не умер. А, кстати, Экскалибер падает. Пердедус, его еще ядовитый газ бьет вместе с Экстази. Экстази убивает Пердедуса. Мало хп, 1000 хп буквально остается. ЖК Баунти еще в стане стоит. В итоге справа Максимуса сразу двоих он принимает. И в итоге не выдержал вот этого напора с двух сторон. Не выдержал он вот этих двух колбасок. И Лисенок с двумя банками пытается разбить Ростоклена с четырьмя. И Метеор будет по центру падать. Никого там нету. Нету сена. Очень печально. Фермерам салам остальным соболезную. Ростоклен 4 у него. Ой-ой-ой, Ростоклен достанет. Еще его станет. Очень противно. Половины хп нету. 2500 хп. Его разбивает еще Экстази. Стилит этот фраг к себе. ЖК Баунти идет. У него 4 банки. У Лисенка также. Но у него очень мало хп. Жека Баунти просто бьет этого Экстази. У Лисенку дали чуть-чуть отхилиться все-таки, но Экстази идет на Лисенка. Экстази станется. 1000 хп превращается в ноль. У Жека Баунти станется. Лисенок. Один на один столкновение. Метеор еще падает. Лисенка его сталкивает в ядовитый газ, но он выдерживает вот это все давление и разбивает в пух и прах своих противников. Так, и что у нас происходит? Нужно срочно считать баллы. Нужно срочно считать баллы. Какое же мясо? Сейчас считаем баллы. Прямо сейчас, когда нам отправят все результаты. Но мне кажется, Пердедуса уже не догнать. Пердедуса не догнать. Он занял топ-6, если я не ошибаюсь, да? Да, ну, топ-6, но топ-7 занял его ближайший, к сожалению, преследователь MMX Calibur. Но зато есть возможность ребятам забраться в топ-3. Например, Лисенку, либо другому игроку. Посмотрим. Посмотрим, все как получится. Calibur, к сожалению, забрал топ-9. И это всего лишь одно очко. Может ли его кто-то обогнать? Сейчас мы это проверим. Ну, это топ-3 как минимум. Сейчас топ-3 у нас держит игрок под ником Ростоклен. Ждет он. Ждем баллов. Так, вот пошли у нас баллы. Экскалибур 1 балл. Мистер Джек 2, 28. Ну да-да, уже пока вот 30-42 балла из 60 возможных зарабатывает у нас Пердедус. Это 100% первое место, мы его с этим поздравляем. Но дальше у нас интересная ситуация, смотрим дальше за баллами. 33 балла! Лисенок врывается в топ-2! Так, смотрим, еще не все баллы. Сейчас, может быть, Ростоклен ворвется в топ-2. Смотрим. 5 и... И Ростоклен же, да, и у него сейчас 10 баллов будет, да. Ой-ой-ой, у второго места 34 балла, у третьего места 33 и у четвертого 32. Разница в 1 балл у каждого. И получается топ-3. Гриша, озвучишь ли нам топ-3?
Что ты там делаешь внизу, кстати? Прямо сейчас, топ-3, перед вами. Перед дедом топ-1. Реально провел отличную игру. Один топ-1 и два топ-2. Отличный результат за 5 игр. Просто профессионально. Далее, второе место. Растеклен, который усадил всех на свою игру. Занял он топ-1 и топ-2. И за счет этого просто взял и ворвался сразу же напрямую на второе место. И топ-3 место занимает Excalibur. Нет, неправильно, занял... неправильно. Спустяйся вниз, там есть лисенок 33. Лисенок-то есть. Лисенок, когда я не заметил, 33 балла. Представляешь себе? Excalibur. Да, Excalibur 30. Ему, если он вылетел бы на одно место позже, он бы занял бы хоть топ-3. При этом он был вторым до начала. Теперь, к сожалению, Excalibur прям вот вырывает из него. Лисенок просто в последней игре топ-1 занял и моментом вырвал на третье место. У нас турнир какой-то, я не понимаю, что вы сидите, вот копейки вот эти, вот как Паша Техник говорил. Что вы делаете? Мы тогда, мы просто, как ты видел, мы только что посмотрели развязку турнира. Это ШД Братик. Это, наверное, самый быстрый наш турнир за всю историю. На втором месте стендов. Вот, и... И давайте тогда напомним, что у нас получают игроки топ-3 от нашего спонсора, каждому свое. Напоминаю, что есть, вот он, крутится шайбочка, вы можете кликнуть либо по баннеру, либо зайти по QR-коду, зайти в телеграм-канал ребят и заказать у них какую-то продукцию, которую вы хотите. Она качественная, хорошая, и в этом 100% увидят наши победители. Значит, третье место. Это у нас лисенок, да, Гриш? Лисенок у нас получает кружку плюс карт-холдер. Уже приятно, уже приятно. Уже поиграл кружку. Да, все. Могу вам сказать, как человек, который работает в двух местах. У меня есть 17 кружек, и, в принципе, они все у меня используются. И, как минимум, у меня две кружки уже здесь с собой. Вот. Одна с логотипом Сеченского университета по МГМУ. Волчонок в наших душах, и одна обычная. И будет еще одна такая с любым спринтом Brawl Stars, который вы захотите. Дальше, второе место у нас. Гриш, напомни. Второе место занял ЖК. Ой, Растеклен. Растеклен у него получается футболка с спринтом плюс карт-холдер. Приятно? Еще как приятно. Футболочку. Сейчас будет можно лето скоро. Ходить. Да, можно сейчас летом ходить, потом летом футболочку, и все будут знать, что ты играешь в Brawl Stars. Разве это не хорошо, Кирюх? Как ты думаешь? Я бы скальпель вручал каждому, потому что нужно вскрывать своих оппонентов, потому что после таких потных каточек именно это и нужно сделать. Ну или план Б — это просто, не знаю, может... На курс медиков просто идешь, и как бы он тебе пригодится. Возможно, это смотивирует тебя. Топографическую анатомию, все правильно говорит. Кирюха нам тогда расскажет, что получит первое место. Я отправил ему в личное сообщение. Он сейчас может прочитать ВКонтакте. Он сейчас прочитает, что получит первое место. Это у нас, еще раз, это у нас Пердедус, да? Пердедус, да. Так, сейчас Кирюха нам прочтет. И первое место получает свитшот с вышивкой плюс карт-холдер. Куча карт-холдеров, каждому по карт-холдеру. Молодцы, ребята, но свитшот с вышивкой. А какой вышивка, кстати? С Brawl Stars. Brawl Stars. Свитшот, ты понимаешь, с вышивкой это не просто принт, а вышивка. То есть качество будет хорошее, и после нескольких стирок оно будет жить приятно, я думаю, очень приятно. Так, и получается, что все, в итоге мы подвели итоги этого турнира, спасибо благодарим ребят, завтра у нас будет информация о победителях и все остальное. Мне тогда хочется поблагодарить ГФМ и Гришу и судей, также Риту, за то, что помогли провести этот турнир. Гриша, какие-нибудь вот слова всем участникам, кто смотрит наш стрим, кто участвовал, есть у тебя? Я хочу сказать, что скоро заблокируют BubbleQuest, да, все это знают. И в связи с этим первый апрельский турнир был вообще не лишним. Это просто такой огромный рофл. Вся эта ситуация — это большая шутка. Это ШД, братик. И ты просто залетаешь на него. И ради фана. For fun. Just for fun. Not more. И вот эта цель. Ребята, играйте и будьте счастливы. Самое главное. И цените мать. Все правильно. Мама у вас одна. Вы не забывайте, что можно и позвонить. Можете вы позвонить и узнать, как дела у
своих родственников. Вот, и получается, мы потихонечку будем заканчивать. Я хотел бы поблагодарить, опять же, судей, комментаторов, людей, кто придумал идею данного турнира, с тем, что мы провели этот турнир, и отправляемся на заслуженный отдых перед великим турниром Андромеды. Желаем вам всего хорошего, не болейте, играйте в Brawl Stars и помните, что даже VPN не помешает прекрасным игрокам всегда встречаться на полях сражения в Brawl Stars. Для вас эти прекраснейшие игры комментировал я, Гудис Андрей, Пич Электро, и также мой сокастер Кирилл Некохитиев. Кирюха, тоже можно какие-нибудь слова напоследок. Всем девочкам Wednesday привет с последней парты. Мне приятно для вас было комментировать сегодняшний турнир. Надеюсь, все получили свои призовые, все посмотрели, насладились вот этим всем и картхолдером. Всем по картхолдеру, друзья, свитшоты в каждый дом. Участвуйте в турнирах КМА, подписывайтесь на социальные сети, переходите на наш спонсор, каждому свое, и да пребудет с вами картхолдер. Все правильно, полностью поддерживаю слова Кирилла. Мы с вами прощаемся, желаем всего хорошего и до скорых встреч. Хорошо.